Привет. Ты что такой голубоглазый? К сожалению, у меня пока только так. Да, Маша? Так, мех постелила, будет тепло. Все. Кушать дала. Все. Горшочек поставила. Для мелких хватит. Они очень малюсенькие. Вы его прям так посадили? Да, он где-то тут. Ой, вообще совсем маленький. Да. Ух ты, Господи, пушистый. Так, и что, значит, у вас соседская кошка родила на чердаке, да? Да, родила на чердаке. Пока вот, вас не было, да? Да, пока. Ну, видимо, это, может быть, мы и не слышали это уже. Я не знаю, сколько, полтора месяца, месяц. Ну да, где-то такие месячные. Вот. И вот они мы просто вчера приехали, а на нас это сверху с потолка куча глаз смотрит. Ну, две пары, точнее. Понятно. И вот они приблизительно вот такие вот. Один только и более. Двое. Да, один такой покрупнее, и бойче такой шипит, там это. Ну, понятно. А это. Почти само в руки упало. Ясно. Так, каталовку я вам дала. Да, второго, да. И желательно кошку поймать, чтобы я понял, ну, будем пробовать сейчас, да. Вот так. Тоже такие же пушистые братаны, да? Угу. Понятно. Ладно. Так, все, давайте, закрывайте. Закрывайте, чтобы ничего, все. Значит, маму потом, да, тогда вернетесь? Ну, и... я думаю, да, через неделю, через две я приеду. С этой? Да это же не я, инициатор. Это я поняла уже. Ой, боже, совсем крохотульчики. Маленькие, а матери не было, что ли? Сами были? Че-че? Матери не было? А кошки? Нет, матери нет. То есть вот так в коробке они стояли там где-то, да? На дороге-то. На дороге прям? Ну, охренеть. Я поняла. Мне отдали вот так. И он... Так, ну, сразу плюсом. И плюсом еще, братаны. Не бойся. Тоже пушистики такие. Пушистики такие, да? Пушистики. Так, вот у нас еще котята. Что? Ну, это не скажи, котята. Мы все хотим домой. Этот самый деловой, да? Мальчишка, самый деловой. Да ты что? Ты вот шипишь на меня? Сейчас его братаны приедут. Котятам нужен срочно дом. Растут не по дням, а по часам.
в миске стоит, а? Ну-ка, вылези из миски. Народ, у нас очень много котят. Очень много. Котят нужно срочно пристраивать. Эти прям уже переросли, уже прям такие взросленькие. Еще у нас маленькие есть, вот такие малюсенькие. Прям срочно нужно котят пристраивать. Для тех, кто считает, что если мы приют, мы должны и обязаны. Мы никому ничего не должны. У нас нет мест. Просто банально. Вот посмотрите, где у нас сидят котята. Вот в такой маленькой клетке. Потому что мест нет. Вот в таких условиях. Мы не получаем никакую помощь ни от государства, ни от нашей администрации. Содержим все это на частные пожертвования. Мест у нас нет. Если люди подобрали где-то котят, щенков и собак и хотят спасти, то привыкайте спасать своими руками.